Время на часах 6:46. Вылет у меня был в 5:55. Ну, тут все не по-русски, конечно. Всем привет, друзья! Сегодня прекрасный солнечный день в Москве. И я сейчас направляюсь в один из залов нашей столицы для того, чтобы провести заключительные тренировки, помочь трехкратному чемпиону мира по версии IBO в полутяжелом весе Игорю Михалкину подвестись, подогнать вес к его поединку 10 сентября, который состоится в Париже на стадионе Ролан-Гаррос во Франции. Очень большая для меня история связана с этим вечером бокса. Очень сильно хочу туда попасть. Вот, получил визу. Надеюсь, что все пройдет гладко. Я окажусь там 10 сентября. И Игорь Михалкин одержит свою победу. И соперником Игоря Михалкина как раз таки станет тоже олимпиец, бронзовый призер Олимпиады в Рио Мэттью Бадерлик, которая спорит с Игорем титул чемпиона Европы по версии European Boxing Union в весовой категории до 79,3 килограмма. Буду вам показывать, сейчас еду в зал, сегодня лапы, мешки, увидите. Вот мы и в зале, это Паша, он нам помог сюда попасть, договорился на особых условиях. Какой прикольный зал здесь. Вот Игорь Михалкин, Владимир Келиш. Сейчас будем тренироваться. Вот Игорь начал со скакалки. Это бой с тенью. Три могут быть. Может быть супер мягкая. Лучше самую твердую. Хорошо. Концовку каждую минуту забираем. 10 секунд. Еще раз. Бой, Кася. Ага, ходит он, да, все вместе? Да. Опа, извините. День, которого я очень ждал. Сегодня я впервые попытаюсь вылететь в Европу, а именно в Париж, во Францию, где на стадионе Ролан-Гаррос три российских боксера попытаются себя показать. В первую очередь я еду работать с Игорем Михалкиным, с которым мы немножко подводили вес. То, что вы увидели в предыдущей части этого выпуска. Короче, как долечу, покажу вам, как там что. Постараюсь поесть круассанов, лапки, Эйфелева башня, все дела. Ну чё, блин, время на часах 6:46. Вылет у меня был в 5:55. Меня просто не пустили, короче, в самолет. Но мы не отчаялись, я не отчаялся, собрал волю в кулак. Думаю, пофигу, я там окажусь сегодня. Я пошел, купил билет другой авиакомпании. И меня зарегистрировали, все нормально, сдал багаж. Жду вызова на посадку. Ну что же, спустя 5 или 6 часов все-таки я сажусь в самолет. И надеюсь, что окажусь в Париже. Все, с Богом. Следи за собой. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Короче, я в аэропорту в Париже, Шарль де Голль. Сейчас в зале ПЦР, я чуть не откинулся, блин. Еще глаза наружу не вылезли, ни разу мне так не делали, никогда. Фу, блин, короче, нанервничали сегодня. Сейчас, надеюсь, все в порядке, выйдем в город. Покажу вам, что еще дальше будет.
Блин, короче, вроде все преодолели. Осталось сейчас сесть на поезд вот такой. Мы доедем, получим багаж. Я надеюсь, что там будет станция выхода. Сдали ПЦР, там формы заполнили. Надеюсь, сейчас все будет хорошо. Заходим в поезд. Опа-опа. По-французски говорят, на машинке есть. Забрали нас. Фу. Короче, мы с корабля на балу, только приехали в гостиницу, сразу надо сделать бой титульный за WBC Азия, и сразу надо сделать, значит, там выбрать перчатки, сделать вес, взвеситься. Сейчас буду показывать, как это выглядит. Все, мы начинаем. Устинов, please. Александр Устинов. И сейчас его соперник Владислав Сиренко. Да. Вот так вот, face to face, пояс. Сейчас будем выбирать перчатки. Все представлены 4 пары перчаток Rival. Черный или белый. Думаю, что это HDF. Твердая модель, как мы любим. Это SFH, это исконские волосы, короче, перчатки. Они самые безопасные, но такие довольно панчерские. Можно я покажу, что тут написано? Видите, ASF и Horse, типа волос, конский волос. Супервайзер подписывает основную пару и запасную пару. Устинов, все четко. Взвешивание прошло, рулс-митинг прошел, сейчас уже в номере, уже приготовился. Значит, взял вот такую пластиковую тару, так скажем, называется она Toad, если по-правильному. Вот Empire Pro Tape, Cutman Store, Виктор Тихановский, большое спасибо. Что у меня здесь? Ну, соответственно, полотенцем я все это накрыл. Марлевые салфетки, ножницы, назал вул, это чтобы кровотечение из носа останавливать. Также есть раствор адреналина. Есть также вот такие штучки, называются Quick Add, тоже очень быстро помогает останавливать кровотечение, если рассечения какие-то. Черные перчатки, зип-пакеты. Также есть такой спрей спиртовой, чтобы обеззараживать, так скажем, обезжиривать инвентарь. Есть утюжок от Rival, вазелин Empire, кстати, очень классный вазелин, и пульверизатор. Это все, что нам нужно для того, чтобы работать в углу. И второй частью работы, да, является как раз-таки тейпирование рук. Здесь у нас что? Смотрим, открываем сумочку. Смотрим, здесь у меня бинтики. Здесь у меня белый тейп для покрытия перчаток. Также есть межпальцевые полоски Empire Pro Tape. Есть также скотч от Empire Pro Tape на случай, если можно будет им сделать перчатки, сделаем им. Вот такой тейп British Boxing Board of Control Empire, крепкий. И еще есть 2 рулона американского тейпа VAR. Вот такой вот. Все, сейчас осталось совсем чуть-чуть времени. И мы поедем на арену. До арены тут буквально 7-8 минут. Такой вот вид у меня из окна. Неплохая гостиница. Очень плотное движение заметил, пока ехали с аэропорта. Сейчас вам покажу. Такая у нас смешная машина. Опа, опа, опа. Смотрите, какая классная тачка. Как в Лондоне прям. Такая машина. 30-й гейт, 30-е ворота. Кстати, машина классная. Да, прикольно. Это электрокар, по-моему, да? Это Александр Усинов сидит у нас. Как в такси очень хороший. Леонид. Смотрите, панорама. Блин, прикольно, конечно, реально. Как будто в Лондоне. Привезли нас на место. Вот такая еще раз машина у нас была. Блин, ну тут все не по-русски, конечно.
все по-другому. Теннисный стадион Ролан-Гаррос. Сегодня здесь будут бои. Сейчас нам надо получить браслетики. Yes. Короче, что могу сказать? Все в масках. Мы только русские спускаем по нос. В основном все ходят в масках везде. Вот, дали мне аккредитацию. Канал Плюс. Тони Йока. Все дела. Ну, короче, очень крутой опыт. Я надеюсь, мне понравится. Я надеюсь, что мы будем бомбить дальше. Короче, нас ходят пока коридорами. Смотрите, какой ринг. Какой большой стадион здесь. И в центре стоит ринг. Такие вот дела. Вот такой здесь холл. Боксер разминается первой пары. По-моему, он из Монако или из Ирландии. Даже не знаю. Вот его имя. Вот наша раздевалка. James Olibosher with my hand wrap for Alexander Ustinov. Yeah, it's really too big. Good match. Good guy. You know? Thank you very much. James, what you can say to the young man, young Katman? What good job. Him? He's coming along. He's a young man, and he got a long way to go. I'm 24. 24. Oh man, you could be my great grandson. Yes. I got great grandsons that's 18. So you're not that old, my great grandson. You know? Yeah. Thank you very much. So you're a young man. Короче, еще раз быстро по перчаткам пройдемся с вами. Смотрите. As F H. Есть SFF, вот H это Horse. Короче, они очень мягкие, они без каркаса. Такие перчатки. 10 унций. Ну, палец все равно неплохо защищен. Все подписали, как полагается. Боксер в нашем холле разминается. Уже первая, вторая пара, наверное. Et tu montes la droite, et tu tiens, et papa. Hey, yes, attention, pense à ta sortie. Yes. Reviens avec la droite, reviens avec la droite, viens le plier, il va faire une erreur. Я даже не понимаю, что за язык. Yes. Вот Александр Устинов разогревается. С Леонидом. Да. Ты второй бой пошел. Смотрите, какой. Симпатичный костюмчик. Расписывается на перчатках. Здесь пришел инспектор. What is very important because of the WBC? No rabbit punches. Yeah, no rabbit punches. This is what I will. Сейчас правила рассказывают в общем о том, что можно делать, что нельзя делать. Сказали о том, что нота, короче, мы идем. Сейчас нас будут вызывать. Ну что, бой закончился в первом раунде. Александр Устинов чуть пропустил. В принципе, такой итог. Надеюсь, сегодня вам покажу еще интересные бои, эпизоды, фрагменты. Может, какие-то интересные вещи из раздевалки. И завтра планирую погулять по Парижу. Короче, еще я заметил, мы дрались вот за титул WBC Азия. И в России тоже такие бои проходят, но тут все гораздо прям так серьезнее. Сейчас допинг-тесты и все такое. Прям, ну, сейчас вот сидели с переводчиком. Я был переводчиком. И насколько это возможно. И сдавали допинг-тесты. Игорь разминается. Сейчас этот Игорь упаковывает уже, короче.
про, да, про ноги. Да. Все, Игоря вызывает. Сейчас будем выходить. Готовность 1 минута. Вон такая надпись. Игорь. Зал прям подзабился конкретно вообще. Сейчас покажу вам, будем выходить. Атмосфера должна быть огненная. Все, вызвали Игоря. Давай, Игорь, давай. Сыграет гимн Италии, потому что штаб-квартира вот этого пояса, за который они дерутся, находится в Риме. Как подбивает гимн. Капец, какое напряжение, что-то Игорь иногда слева пропускает. Я думаю, сейчас подстроится под него. Вроде передний неплохо щупает, а с задней руки что-то пропускает иногда. Но ничего, я думаю, нормально все будет. Еще Игорь пропускал много, что-то проблемы какие-то с челюстью. И в итоге сняли его после 8-го раунда, все. Такие вот дела. Ну что, бои закончились, сегодня уже 2-й день, когда я нахожусь в Париже, и сегодня день, чтобы я погулял. Я вот спустился в метро, сейчас еду к Триумфальной арке, такой маршрут себе построил. Очень интересно, какое здесь метро. Короче, вот, я, наверное, на этом закончу свое вещание. Всем спасибо, ставьте лайки, подписки, колокольчики.